Санкт-Петербурге сегодня открыли памятник Сергею Довлатову. Бронзовый образ писателя появился во дворе на улице Рубинштейна. Одной из первых увидела памятник Валерия Рысина. Ну и как тебе, в общем-то, Лер, данная работа? Известно, что именно на Рубинштейна жил писатель, один из самых замечательных, наверное, писателей советской эпохи, если не ошибаюсь, с 40-х по середину 70-х. Ну рассказывай, какие впечатления, что за работа, и не обратил ли дождик всю эту церемонию? Я смотрю, вы там прячетесь под зонтами. Да, приветствуйте, Алёш. Ну, действительно, у нас пошел настоящий ливень, хотя, когда было официальное открытие, светило солнце. И, несмотря на то, что вот сегодня такая торжественная церемония, памятник появился еще вчера. И вчера уже, конечно, в 75 лет, в годовщину, возлагали цветы. Ну, вот так вот выглядит Сергей Довлатов. Памятник ему, по мне, так вылитая копия, очень похож. Но вот композиция эта не совсем полная. Вообще там опирается на дверной проем. И также еще должен быть большой письменный стол и печатная машинка. Но вот примерно вот так вот должно это все-таки быть уже в такой полноценной композиции. Вообще это сейчас установили здесь временно. И скульптура эта была готова еще несколько лет назад. Но вот в связи с действующим законом, к сожалению, не позволяло, не было возможности ее здесь установить, потому что вот по этому закону нельзя устанавливать скульптуру, если прошло меньше, чем 30 лет со дня смерти. Но вот сразу после того, как сняли белую такую накидку, и предстал он перед зрителями, перед петербуржцами, которые здесь собрались, было их огромное количество, все ринулись фотографироваться, и вот буквально такое здесь столпотворение образовалось, и делали селфи в том числе, но и, конечно, также все хотели прикоснуться и все-таки сделать фотографию поближе, и, конечно, очень-очень много здесь петербуржцев, я не знаю, мне кажется, сотни было, ну вот сейчас, конечно, пошел ливень, становится их поменьше, но, тем не менее, все равно продолжают подходить и фотографироваться. Ну вот давайте сейчас, может быть, попробуем подойти и все-таки узнать, похож или нет. Здравствуйте. Как вам, скажите, скульптура? Мне нравится. Очень даже похож. И соответствует вот тому духу времени. Мы сейчас ходили на экскурсию, окунули свою молодость, свою юность, все эти коммунальные квартиры. Грустно. И как бы, с одной стороны, грустно и приятно, что все-таки вспомнили, поставили памятник такому замечательному писателю. Мне очень нравится. Похож? Да, похож. Дух вот этот его чувствуется, похож. Да, такое представляла. У вас есть любимое, может быть, произведение у Довлатова? Ну, конкретно я не могу назвать, но есть, конечно, вот стихи многие его произведения, так что похож он, да, похож. Спасибо. Очень хорошо передано выражение глаз. Вот смотришь, и вы знаете, вот погружаешься в состояние этого человека, тоска, задумчивость. А поскольку я жила в доме 19, я его живьем видела. Откуда ж я знала, что это был Довлатов? Я жила тут по 65-й год, и мы вместе эвакуировались с родителями в Башкирию. Поэтому вся биография Довлатова – это вот биография родного человека. Это бегали мы в дом 23. Рубинштейна совершенно другая была. Помню его гуляющим с собачкой с этой. Он, конечно, обращал на себя внимание фигурой колоритной. И, понимаете, а потом, спасибо, когда я впервые прочла «Заповедник», вот когда только стали издаваться, и с тех пор все, это моя настольная книга, и Довлатов, это мой любимый до конца дней моих. Спасибо вам большое. Ну, вот установили эту скульптуру рядом с домом, где жил Довлатов с 1944 по 1975 год. Затем он эмигрировал в Америку, в Нью-Йорке даже есть улица, которая названа в его честь. Ну и умер он в возрасте 48 лет от сердечного приступа. Но, как говорил сам Довлатов,
Бога добавки не просят. Леша. Ну что ж, Валерия, спасибо большое. Глядя на эти кадры, у меня уже в душе бескомпромиссно чемоданное настроение. Хочу сам приехать на Рубинштейна и увидеть все своими глазами. Истинное удовольствие получил. Спасибо Валерии Рытиной. И мы уходим на короткую рекламу.